Всем здравствуйте, с вами Олег, и сегодня у нас готовая уже работа. Был дождик, не было желания никакого записывать и делать, но мы делали и сделали вот такую красоту. Черный каркас забора. В общем, задумка у клиента классная. Тут даже два в одном. И лайфхак, и смекалка, или смекалка-лайфхак, как хотите называйте. Значит, боковые стороны серые, но внутри участка, она красивая, сторона к себе. Два, так, плюс в том, что лист, когда покрыт вот таким покрытием полимерным, порошковым, да, у него срок службы гораздо больше, нежели у того белого грунтового листа. Значит, участок у нее на самом деле больше. У нее есть сторона 44 метра. Но выложить деньги за весь забор у нее нет сейчас возможности. Поэтому она решила сделать как? Тут еще нет соседей. А обычно как? Люди покупают участки, загораживают участок полностью за свой счет, появляется сосед и говорит: ну, спасибо за забор. А тут... Значит, она разделила участок ровно наполовину, и половину мы сделали. А вторая половина, когда появится сосед вот на том участке, там с геодезией уже размечено, появится сосед, заглушки сейчас тоже поставим, появится сосед, и он сделает вторую сторону, продолжит этот забор и сделает забор, тем самым клиент сейчас не... Получается 22, 44, 8, почти 100 тысяч экономии по данному варианту. Вот. А здесь тоже очень интересно. Попросили самую дешевую, самую тонкую рабицу. Мы с ней знатно помучились. Вот. Но столбы здесь 60 на 60, 2 мм толщиной. И эти столбы потом, они не бетонированы. Они затрамбованы щебнем, плотно хорошо стоит, как и весь забор. Здесь близко грунтовые воды. Если бетонировать, то, скорее всего, выдавит столбы. Вот, поэтому щебень, поэтому трамбовка щебнем, чтобы забор никуда не повело. Заглубление вот таких столбов на рабицу обычно делают 70-80 сантиметров. Так делает большинство фирм, что я не приветствую. Заглубление у столба должно быть минимум 1,20 м. А даже некоторые скажут 1,5 м. Но тоже, в зависимости от почвы, от вида, и это много можно разглагольствовать, но вот здесь, возвращаясь, получается, что столбик мы вынимаем, туда переставляем, и столбы мы уже не покупаем. Добавляем только лаги и листы, тем самым экономим. А рабицу как бы, ну, сворачиваем, вот она вот так вот будет лежать, и все. Вот, но сейчас... Если грамотно человек распланировал бюджет, вот здесь вот должен появиться дом. А чтобы начать строительство, ну, человек переживает, там, стройматериалы и прочее. Я, конечно, понимаю, сейчас дома очень быстро делаются, но чтобы меньше было переживаний, вот, дом построили, уже участок есть, 7,5 соток, в общем, 15. А в дальнейшем построить дом, уже здесь будут жить, там все тоже быстро решится.